які є документи і скільки поверхів там буде? Ну, давайте говорить с юридической точки зрения, что такое у нас незаконное строительство. Незаконное строительство – это то строительство, которое строится без разрешительных документов. Это раз. И второе – без земельного участка, которая была отведена для этого строительства. На сегодняшний день у застройщика ТОВ «Варда» есть и аренда земельного участка, и разрешение на начало строительства, на начало строительных работ. Разрешение на начало строительных работ он получил у нашего управления на основании условий и ограничений, которые были выданы департаментом архитектуры, после чего он, заказчик разработал проектную документацию. Данная проектная документация прошла экспертизу. На основании этого был зарегистрирован нашим управлением разрешительный документ. Сколько там поверхов, та яке призначення? Что там будет? Значит, там идет у нас три строения. Три корпуса А, Б и С. Самый высокий это у нас 11 этажей, это у нас корпус А. Корпус Б у нас около 4 этажей и корпус С у нас около 3 этажей, если я ошибаюсь. Какое там призначение земли? Рекреационное. И что будет в том 11 поверхов? Я клуб. Ну я понимаю, что какие-то апартаменты, скорее всего. Ну, это, ну, гостиница. Ну, тобто, не є... Нет, там порушення? Жилья нет, там жилья не будет, они строят четко, я клуб и комнаты для отдыха. Апартаменты, это не жилье? Нет, комнаты для отдыха.